получить этот рюкзачок абсолютно бесплатно. Заходите в эту игру. Так, я уже в игре. Ишь, у кого не работает ранец, потому что нам надо высоко, то используйте велосипед и прыжок. Постоянно нажимайте на прыжок и на велосипед. И тогда, на удивление, вы будете подниматься в воздух. Вот так вот постоянно нажимаете. Долго вот так. И уже посмотрите, как я высоко. Правда, так вот надо еще решить, куда прыгать. Нам надо найти определенного человечка. Он находится на определенном здании. Сначала добегу вот до того дома. Я пока что бегу до этого дома и залезу на него, чтобы посмотреть, на какой крыше находится этот человечек. Ну, вроде как он достаточно очень высокий. Потом все. Пробел велосипед. Все это одновременно нажимаем, пробел велосипед. И много раз. И еще можно нажимать кнопочку, то, чтобы он передвигался так прямо. Ну что, где я там? О! Это способ рабочий, но не очень быстрый. Ух! И все, я на этом здании. И вот, видите, вот то здание с человечком, от которого идет такая аура. Человечек куда-то исчез. Ну, короче, вот это здание. И опять делаем вот так вот. Вот там человечек. Так, не развернули. Надеюсь, я в ту сторону хотя бы лечу там. Да, в ту сторону. Только что-то я уже... Я пробил, похоже, забыла жать. Так. Почти уже. Все. Я на этом здании. Теперь надо нажать вот на эту кнопочку. Тогда вам дадут вот этот вот рюкзачочек. А когда вы его получите, уже будет написано «Уже заявлен». Так как у меня уже этот рюкзачочек в инвентаре, то мне пишут, что уже заявлен. Поэтому вот как легко получить этот рюкзачочек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, 362, и всем пока!